Жители Шымкента продолжают штурмовать здание газового участка. Даже в обеденный перерыв здесь столпотворение. Горожане пытаются разобраться в хитросплетениях газовых счетов на оплату. По показаниям у меня счетчика, значит, 43 769, да? А общий 77 272 25. 33 263, они за то, что перерасход газа, добавили мне 33 тысячи. А я пришла, до обеда здесь была. Не согласна вы с этим? Не согласна я. Почему? У меня же счетчик есть. Сотрудники газовых участков готовы помочь в составлении претензионного письма. В нем нужно указать разницу и предоставить фото с показаниями счетчика. Для стариков это еще одно испытание. Пожилые люди еще не отошли от взятых с неба кубов в квитанциях, как им предлагают взяться за гаджеты. Нет, 10 тысяч ты заплатила, 10 тысяч вот пришло обратно. Потом еще у нас что было? Да, на 18 февраля у нас всего нагорело 78-14, а нам принесли на 1 февраля 8141. А у нас вот на 18 февраля всего 78-14. Это значит 300 кубов лишние еще. Парадокс, но к шокирующим цифрам руководство компании, занимающейся съемом показаний и раздачей квитанций, не имеет никакого отношения. В космических счетах за газ виновата электронная система. Руководство уверяет, разобраться с реальными цифрами по счетчику просто. Достаточно позвонить в колл-центр 58-48-68. И снова сплошное невезение. В ответ на наш звонок познавательный монолог на английском языке с последующими короткими гудками. И пока шымкентцы совершенствуют знания иностранного языка, в антимонопольном департаменте принимают меры к монополистам. За последние 3 месяца был проведен ряд проверок. Антимонопольщики выявили нарушения в работе поставщика газа. За повышенные показания своим абонентам газовикам наложили административный штраф на 40 миллионов тенге. У нас сейчас заявления начали поступать, за январские квитанции. По этим обращениям мы уже начинаем проверки, регистрируем сейчас в прокуратурах, органах. Мы сейчас написали письмо их головному офису, который в Астане находится, руководителям, плюс также Казтрансгазу. Сейчас ждем от их реакции на наше письмо. Потеряв всякую надежду на справедливость, кто-то из множества абонентов миллионного города не стал разбираться в коллизиях системного сбоя и оплатил за газ по счетам. Остальным же предстоит доказывать свою правоту, отстаивая в очередях. Ирина Казурина, Анастасия Новикова, Эльдар Жанусканов, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «Отрар».